Офтальмологическое отделение Перхушковской больницы – одно из лучших в области. Здесь проводят высокотехнологичные операции по коррекции зрения. Глаукома – заболевание, при котором повышается внутриглазное давление. В большинстве случаев она протекает бессимптомно и без лечения может привести к слепоте. Поэтому выявление этого заболевания на ранней стадии – большая удача как для пациента, так и для врача. Это заболевание обратного развития не имеет, все изменения. Все, что происходит, уже есть с человеком. Наша задача не дать спрогрессировать этому процессу. Чем раньше мы найдем или подтвердим этот диагноз, тем будет лучше. В акции по борьбе с глаукомой приняли участие 43 пациента. Все они жители Одинцовского района. Многие пациенты долгое время откладывали визит к офтальмологу, но в день борьбы с глаукомой решили уделить внимание своему зрению. Честно говоря, хотелось бы небольшие проблемы со зрением, поэтому убедиться, что нормально все. Руководство больницы планирует проводить подобные акции регулярно. У жителей есть интерес к таким мероприятиям. Здесь в течение одного дня им сделают диагностику и назначат лечение, если в этом есть необходимость. В нашем отделении офтальмологии работают ведущие специалисты Московской области, которые занимаются в том числе лечением глаукомы, а также других заболеваний, катаракты и, собственно, тем страдают люди по части офтальмологии. Все участники акции получили буклеты с полезной информацией о том, как сохранить здоровье своих глаз. А в кабинете дантиста в это время всем пациентам раздавали яблоки, воздушные шары и подарки. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».